Сегодня мы приехали в Мюнхенскую резиденцию, чтобы посетить выступление народного ансамбля Грузии Сухишвили. И сейчас мы вам покажем этот замечательный балет. Yeah.
старт мюнхенская публика принимает Сухишвили. Как всегда, масса энергии. Спасибо, Сухишвили. We'll be right back.
Было незабываемо. Спасибо за праздник в Сухишвили. Вот они. Чита Сухишвили. Основатели балета. Свиадыши национальные суки и швыри. Мюнхенская резиденция не отпускает артистов. А вот на бис. Трогательное, наполнено воспоминаниями из прошлой жизни. Наша семья – большие поклонники лезгинского танца, грузинского танца. И мы посещали все концерты в Сухишвили, в городе Харьков. И этот концерт – как напоминание о прошлой жизни. Das Orchester des Georgischen Nationalballetts Сухишвили. Обычные встречи с харьковчанами продолжаются. Сегодня мы приехали на балет по приглашению семьи артистов Харьковского академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Украины Ирины Андажевской. И вот мы пройдем сейчас за кулисы Мюнхенской резиденции, чтобы познакомиться с артистами Сухишвили. Вот еще одна харьковская балерина. Еще один сказочный вечер и незабываемые встречи с харьковчанами в самых необычных местах.
Это Анатолий Хандажевский, основатель и солист балета «Этуаль», Украина, Харьков. Вот, я вас знакомлю с еще одной балетной семьей. Ирина и Анатолий Хандажевский, вот она. Не перестаю вас благодарить за этот сказочный вечер. Спасибо вам за эту энергию и за воспоминания о прошлой жизни. Спасибо вам. До встречи на площадках Баварии и Европы. Вот знакомая нам уже картина, как артисты отправляются в следующий город. Сегодня мы провожаем Сухишвили и передаем привет нашим братьям грузинам и нашим друзьям из этой замечательной страны. Мюнхенская резиденция. Я закрыл театр и отправляюсь домой.